Что приготовить на обед? Хочется чего-нибудь вкусного и сытного? Присмотритесь, как приготовить гуляш куриный. Простое и одновременно питательное блюдо придется по душе всем домочадцам, рекомендую. Попробуйте приготовить гуляш куриный, это интересное и вкусное блюдо 2 в 1, так как в нем удачно сочетается основное блюдо и гарнир. Гуляш способен утолить даже самый большой голод, очень нравится детям и пользуется популярностью у взрослых членов семьи. Для того, чтобы приготовить гуляш, понадобится куриное филе и приправы, гармонично по вкусу смотрится с картофелем, немного времени, и слава высококлассного кулинара вам обеспечена. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Включите плиту, разогрейте казанок, положите в него смалец, растопите его, очистите лук, порежьте его брусочками и опустите в емкость, обжаривайте до золотистости. 2. Куриное мясо вымойте и обсушите бумажным полотенцем, нарежьте его небольшими кусочками и положите в казанок. 3. Добавьте немного воды, тушите филе вместе с луком примерно минут 5, пока оно не поменяет цвет. 4. Поперчите, добавьте специи, налейте стакан воды, продолжайте тушить на маленьком огне еще 3 часа. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Очистите картошку, вымойте ее и нарежьте брусочками, положите в казанок, налейте еще 1,5 стакана воды и тушите минут 10. 6. Сок из свежевыжатых помидоров разведите с водой и добавьте к мясу с картошкой, посолите по вкусу, хорошо перемешайте и варите до полной готовности картошки, при этом следите, чтобы он не разварился. Гуляш куриный готов, приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Продукты и их количество, далее. Куриное филе, 600 грамм, свиной жир, 50 грамм, картофель, 800 грамм, лук репчатый, 2 штуки, томатная паста, 3 столовые ложки, паприка молотая, 1 чайная ложка, хмин, 1 щепотка, вода, 700 миллилитров, соль, по вкусу, количество порций, 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.